Всем привет! У меня появилась супер идея. Появилась крутая супер идея. Итак, значит, смотрите, в чем суть моей супер идеи? Значит, на канале YouTube просматриваю целую кучу интересных роликов про хищных птиц. И у авторов этих роликов и мало подписчиков, и мало просмотров. Я так думаю, они мечтают о том, чтобы у них была куча подписчиков. Ну, в общем, смысл в том, что есть возможность помочь им раскрутить этот канал, их не канал, совершенно безвозмездно. И как мы это можем сделать? Значит, мы запишем, даже не так, я буду размещать их видео на своем канале с ссылкой на автора. То есть вы присылаете ролик. Если вам это интересно, вы присылаете свой ролик на мессенджеры, либо в комментариях под видео. Я этот ролик размещаю у себя на канале и делаю ссылку на автора этого канала. Значит, важным критерием для этих видео является следующая ситуация. Значит, ролик должен быть хорошего качества. Значит, не должно быть никаких там резких рывков. То есть, ну, типа вы бежите по полю, гоните за ястребом, в этот момент даете комментарий, снимаете, как он от вас улетает. То есть такой ролик не подойдет, потому что качество видео будет на очень низком уровне. Значит, первое, видео должно быть качественным. Если оно будет длинное, я могу, в принципе, его укоротить и потом дам ссылку на оригинальное видео. В общем, главное качество и никаких ругательств не должно быть в этом видео. Запикивать я ничего не буду, поэтому если такое видео будет с ругательскими словами, то я такое видео публиковать не буду. Поэтому давайте ссылки на свои видео, я буду смотреть, если это будет видео очень интересным, я буду размещать на своем канале, делать рекламу вашего канала и будем увеличивать число ваших подписчиков. Значит, в конце этого обращения будет видеоролик, который я нашел на просторах YouTube о ястребе-переплятнике, который кушал воробья, поймал, в общем, и съел его. Значит, такой прикольный ролик, и я обратился к автору этого ролика, и он написал мне, что он не против, чтобы я его ролик разместил на своем канале. В общем, жду ваших видео. До встречи в прямом эфире. Всем пока.